вчера до глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, представителей других городов и союзных республик нашей страны, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичом Брежневым. Почтить память Леонида Ильича Брежнева прибыли в колонный зал Дома Союзов делегация Индии во главе с премьер-министром Индирой Ганди. Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясер Арафат. Делегация Мали, возглавляемая президентом страны Трауре. Другие делегации. С чувством глубокой скорби советский народ проводил сегодня в последний путь Леонида Ильича Брежнева, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения. Десять часов пятнадцать минут. В последний почетный караул у гроба покойного встают товарищи Андропов, Горбачев, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Тихонов, Устинов, Черненко, Щербицкий, Алиев, Демичев, Долгих, Киселев, Кузнецов, Пономарев, Рашидов, Соломенцев, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Русаков. Одиннадцать часов. В зале остаются родные и близкие Леонида Ильича Брежнева. Последние минуты прощания. Thank you.
Под звуки траурных мелодий гроб с телом Леонида Ильича Брежнева выносят из колонного зала и устанавливают на артиллерийский лафет. Кортеж медленно направляется на Красную площадь. За гробом в скорбном молчании идут руководители Коммунистической партии и Советского государства, члены комиссии по организации похорон. Родные и близкие покойного. Министры, ответственные работники ЦК КПСС, Московского городского комитета партии и исполкома Моссовета, представители общественности. Впереди процессии венки от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета, Совета министров СССР, союзных республик, краев и областей, от трудовых коллективов страны. Здесь же венки от зарубежных делегаций. На алых атласных подушечках советские награды и награды многих зарубежных государств, которых удостоен был Леонид Ильич Брежнев за свою многогранную деятельность на посту руководителя Коммунистической партии и Советского государства. Красная площадь заполнена народом. В четком строю войска московского гарнизона. Траурная процессия останавливается у мавзолея. Гроб с лафета переносится на постамент. На трибунах Красной площади члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, представители партийных, советских и общественных организаций, военачальники, ветераны партии войны, ветераны и передовики труда. Здесь же многочисленные зарубежные делегации. На центральную трибуну мавзолея поднимаются руководители Коммунистической партии и Советского государства.
Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Товарищи, тяжелая утрата постигла нашу партию, наш народ, все передовое человечество. Сегодня мы провожаем в последний путь Леонида Ильича Брежнева, славного сына нашей Родины, пламенного марксиста-ленинца, выдающегося руководителя Коммунистической партии и Советского государства, виднейшего деятеля международного коммунистического и рабочего движения, неутомимого борца за мир и дружбу народов. Позвольте прежде всего выразить глубокое соболезнование семье и близким Леонида Ильича. Леонид Ильич принадлежал к той плеяде людей, которые пришли, выросли и закалились в годы самоотверженной борьбы советского народа за упрочение завоеваний Великого Октября, за осуществление заветов Ленина, за построение социализма в нашей стране, за ее свободу и независимость. Рабочий и воин, выдающийся организатор и мудрый политический деятель Леонид Ильич Брежнев был связан с народом кровными и неразрывными узами. Вся его жизнь и деятельность были подчинены служению интересам людей труда. Весь свой яркий талант, всю свою огромную энергию он отдал делу социализма, общества свободы и социальной справедливости, братства людей труда. С деятельностью Леонида Ильича Брежнева на высших постах партийного и государственного руководства связан исключительно важный период в истории нашей партии и страны. Под его руководством разрабатывалась и последовательно проводилась в жизнь политика партии, пронизанная постоянной заботой о человеке труда, о подъеме народного благосостояния. Прочно утвердились ленинские нормы партийной и государственной жизни, благотворная атмосфера дружной совместной работы. В памяти народов Леонид Ильич Брежнев останется навсегда выдающимся борцом за прочный мир и мирное сотрудничество между народами. Он последовательно и со всей страстью своей души боролся за разрядку международной напряженности, за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за укрепление сплоченности социалистического содружества и единства международного коммунистического движения. Товарищи, в этот горестный час, прощаясь с Леонидом Ильичем Брежневым, вся наша партия, ее Центральный комитет заявляют о своей решимости твердо и последовательно проводить в жизнь ту стратегическую линию во внутренней и внешней политике, которая вырабатывалась под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Еще теснее сплачиваясь вокруг партии, ее Ленинского Центрального комитета, его коллективного руководства, советские люди заявляют о своей поддержке политики партии, о своем безграничном доверии к ней.
партия будет делать и впредь все необходимое для дальнейшего повышения жизненного уровня народа, развития демократических основ советского общества, укрепления экономической и оборонной мощи страны, упрочения дружбы братских народов Союза Советских Социалистических Республик. Центральный комитет КПСС будет неуклонно воплощать в жизнь решение 26-го съезда партии, волю советского народа. Мы будем делать все для дальнейшего укрепления сплоченности Великого Содружества Социалистических Государств, единства рядов коммунистов всего мира в борьбе за общие цели и идеалы. Траурный митинг, посвященный памяти Леонида Ильича Брежнева, объявляется закрытым. Руководители Коммунистической партии и Советского государства спускаются с трибуны Мавзолея, подходят к постаменту с гробом Леонида Ильича Брежнева. Процессия направляется к Кремлевской стене. Часов 45 минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу. Звуки государственного гимна СССР прогремели орудийные залпы. В траурной скорби замерла вся страна. На 5 минут остановилась работа предприятий и организаций. На фабриках и заводах, на железных дорогах, судах морского и речного флота был дан 3-минутный салют гудками. Руководители Коммунистической партии и Советского государства вновь поднимаются на трибуну Мавзолея.
По Красной площади проходят части войск московского гарнизона. Они отдают последние воинские почести руководителю партии и государства, председателю Совета обороны СССР, маршалу Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу. Сегодня в Кремле состоялась встреча советских руководителей с главами иностранных делегаций, прибывших в Москву на похороны Леонида Ильича Брежнева. В Георгиевском зале зарубежные делегации принимали товарищи Андропов, Тихонов, Громыко, Кузнецов. Соболезнования в связи с кончиной Леонида Ильича Брежнева выражают: глава делегации Болгарии Тодор Живков, глава делегации Венгрии Януш Кадр, глава делегации ГДР Эрих Хонекер, глава делегации Польши Войцех Ярузельский, глава делегации Румынии Николая Чаушеску, глава делегации Чехословакии Густав Гусак, глава делегации Кубы Фидель Кастро Рус, глава делегации Монголии Юмжагин Цеденбал, глава делегации Вьетнама Чуонг Тинь, глава делегации Лаоса Суфану Вонг, глава делегации Кампучии Хэнк Самрин, глава делегации КНДР Пак Сен Чер, специальный представитель КНР, член Государственного совета, министр иностранных дел Хуан Хуа, глава делегации Югославии Стамбулич, глава делегации демократического Йемена Мухаммед, глава делегации Эфиопии Менгисту Хайле Мариам, глава делегации Афганистана Бабрак Кармаль, глава делегации Анголы Эдуарду Душ Сантуш, глава делегации Мозамбика Самора Машел, глава делегации Никарагуа Даниэль Ортега. Соболезнования выражают председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясир Арафат, генеральный секретарь французской компартии Марше, генеральный секретарь компартии Канады Каштан, генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, генеральный секретарь португальской компартии Куньял,
председатель Германской коммунистической партии МИС, генеральный секретарь итальянской компартии Берлингуэр, генеральный секретарь ЦК компартии Греции Флоракис, генеральный секретарь компартии Чили Карвалан, первый секретарь ЦК компартии Уругвая Арисменди, генеральный секретарь компартии Великобритании Макленнон, председатель компартии Люксембурга Урбани, председатель компартии Бельгии Ван Гейт, председатель правления рабочей партии коммунисты Швеции Хагель, генеральный секретарь компартии Ирландии О'Риордан, генеральный секретарь ливанской компартии Хауи. Соболезнования выражают генеральный секретарь партии Арабского социалистического возрождения, президент Сирии Хафес Асад, председатель ЦК Конголезской партии труда, президент Народной Республики Конго Сасун Гессо, премьер-министр Индии Индира Ганди, президент Австрии Гир Шлегер, премьер-министр Бельгии Мартенс, личный представитель Папы Павла Иоанна II Марини Беттоло, министр иностранных дел Великобритании Пим, федеральный президент ФРГ Карстенс, заместитель федерального канцлера и министр иностранных дел Геншер, президент Ирландии Хиллари, президент Йеменской Арабской Республики Салих, премьер-министр Канады Трюдо, президент Кипра Киприану, член революционного руководства Ливии Джелвуд, президент Пакистана Зияуль-Хак, вице-президент США Буш, госсекретарь Шульц, премьер-министр Турции Улусу, министр, губернатор Большой Манилы Имель де Маркос, президент Финляндии Койвисте, премьер-министр Франции Моруа, премьер-министр Швеции Пальме, премьер-министр Японии Судзуки, генеральный секретарь ООН Перес де Гуэльер, а также делегации других стран, партий и организаций. Советские руководители выразили глубокую признательность всем главам иностранных делегаций, прибывшим в Москву, почтить память Леонида Ильича Брежнева. Сегодня в Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов имел беседу с премьер-министром Индии Индирой Ганди, в которой приняли участие член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и министр иностранных дел Индии Нарасимха Рао. С советской стороны была выражена признательность главе правительства и народу дружественной Индии за проявленное уважение к памяти Леонида Ильича Брежнева. В беседе, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, было выражено общее мнение, что дальнейшее укрепление и углубление советско-индийского сотрудничества во всех областях отвечает интересам народов Советского Союза и Индии, делу всеобщего мира и международной безопасности. На беседе присутствовали посол Индии в Советском Союзе Ахуджи и помощник генерального секретаря ЦК КПСС товарищ Александров. Сегодня же Юрий Владимирович Андропов имел беседу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Бушем и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Шульцем.
В беседе принял участие Андрей Андреевич Громыко. За рубежом. Париж. Сегодня в советское посольство прибыл президент Французской республики Франсуа Миттеран. Минута молчания. Глава французского государства расписался в траурной книге. Глубокие соболезнования президента Франции. Je suis venu pendant que monsieur le Premier ministre de la République française. В то время, когда премьер-министр Французской республики находится в Москве на официальной церемонии похорон, я пришел сюда, чтобы лично почтить память Леонида Брежнева и отдать ему дань нашего уважения. Мы не забываем тех глубоких исторических связей, которые существуют между нашими народами. Вена. Федеральный канцлер Австрии Крайский посетил сегодня посольство СССР и выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Леонида Ильича Брежнева. Он расписался в траурной книге. Пекин. Перед отлетом в Москву член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Хуан Хуа дал корреспонденту агентства Синьхуа интервью, в котором, в частности, сказал: «Покойный председатель Леонид Ильич Брежнев был выдающимся государственным деятелем Советского Союза. Его кончина является тяжелой утратой для государства и народа Советского Союза. От имени руководителей нашей страны, от себя лично, выражаю глубокую скорбь в связи с его кончиной и передаю сердечные соболезнования правительству и народу Советского Союза, а также членам семьи Леонида Ильича Брежнева. Китай и Советский Союз – две великие страны в мире, имеющие между собой протяженные общие границы. Между народами Китая и СССР существует традиционная глубокая дружба. Мир и дружба между Китаем и Советским Союзом полностью отвечает не только интересам двух стран и двух народов, но и интересам мира в Азии и во всем мире. Китайский народ, – заявил далее Хуан Хуа, – всегда дорожил и дорожит традиционной дружбой с советским народом и желает, чтобы наши две страны жили в дружбе на основе пяти принципов мирного сосуществования. Китайский народ искренне надеется на то, что отношения между двумя странами, преодолевая все препятствия, получат действительное улучшение и постепенно вновь станут на путь нормализации. Чтя память председателя Брежнева, мы от всей души желаем, чтобы генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, партия и правительство Советского Союза прилагали новые усилия к улучшению китайско-советских отношений. Китайский народ искренне желает дальнейшего успеха дела строительства в Советском Союзе, дальнейшего улучшения материальной и культурной жизни советского народа и дальнейшего укрепления сплоченности многонационального государства Советского Союза. Миллионы людей на всех континентах почтили память Леонида Ильича Брежнева. В странах социализма, других государствах состоялись траурные митинги и собрания. Телевидение и радио социалистических стран, телекомпании других зарубежных государств вели прямые передачи о траурном митинге на Красной площади в Москве. Мировые информационные агентства передали из Москвы речи товарищей Андропова и Устинова. Зарубежные средства массовой информации указывают, что генеральный секретарь ЦК КПСС подчеркнул, выступая на митинге, что Коммунистической партии Советского Союза, ее Центральный комитет будут твердо и последовательно проводить в жизнь ту стратегическую линию во внутренней и внешней политике, которая вырабатывалась под благотворным влиянием Леонида Ильича Брежнева. Продолжая широко комментировать итоги внеочередного пленума ЦК КПСС, мировая печать подчеркивает, что пленум подтвердил нерушимое единство и сплоченность КПСС и советского народа, преемственность курса партии. В Ханое состоялся траурный митинг, в котором приняли участие генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Зуан, другие руководители республики. «В лице Леонида Ильича Брежнева, — сказал, выступая на митинге, председатель Совета министров республики Фам Ван Донг, —
Коммунистическая партия Советского Союза, советское государство и советский народ потеряли великого руководителя. Коммунистическое и рабочее движение, национально-освободительные движения и народы мира, выдающегося политического деятеля, неутомимого борца за мир. Коммунистическая партия Вьетнама и вьетнамский народ своего товарища и большого друга. Фам Ван Донг выразил уверенность в том, что советские коммунисты, весь советский народ, тесно сплотившись вокруг ЦК КПСС, успешно выполнят решение 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. С кончиной Леонида Ильича Брежнева мировая прогрессивная общественность понесла большую утрату, заявила Синтия Робертс, секретарь организации «Лейбористы за мир». Всю свою деятельность советский лидер строил на ленинских принципах – обеспечении прочного мира. Борьба против гонки вооружений ради счастливого будущего были смыслом его жизни. В нынешней международной обстановке роль и значение последовательной миролюбивой политики, которую проводит СССР, особенно велики. Комментируя речь товарища Андропова, английское агентство Рейтер отмечает, что Коммунистическая партия Советского Союза будет делать все для дальнейшего укрепления сплоченности Великого Содружества Социалистических Государств, единства рядов коммунистов всего мира в борьбе за общие цели и идеалы, всегда будет предана делу борьбы за мир, за разрядку международной напряженности. Советский Союз готов дать сокрушительный отпор любой попытке агрессии, указывает американское агентство Associated Press. В сообщении агентства особо подчеркивается готовность Советского Союза к честному, равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с любым государством, которое этого пожелает. Еще несколько зарубежных сообщений. Сегодня в Бразилии проходят выборы в Национальный конгресс и местные органы власти. Около 60 миллионов избирателей отдадут голоса за кандидатов от различных политических партий. Официальная предвыборная кампания носила весьма острый характер. Она проходила на фоне сложной экономической обстановки в стране, вызванной ухудшающимся материальным положением трудящихся масс. Бейрут. Израильские интервенты продолжают осуществлять жестокие карательные акции против мирных жителей на оккупированных ливанских территориях после взрыва штаб-квартиры военной администрации оккупантов в Тире. В течение последних суток в южно-ливанские районы с территории Израиля переброшены дополнительные подразделения. Войска агрессоров на юге Ливана приведены в состояние полной боевой готовности. Нью-Йорк. Руководители полета, находящегося сейчас на околоземной орбите американского космического корабля многоразового использования «Колумбия», сегодня приняли решение отменить запланированный выход астронавтов Ленуара и Аллена в открытый космос. Это связано с тем, что у одного из скафандров, которые должны были испытываться в космическом вакууме, вышла из строя система воздушного охлаждения. Коротко о погоде в Москве. Завтра будет облачно с прояснениями, утром и днем дождь. Температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.